Добрый день. Наверное, вы догадываетесь, что имя, которое вы носите, оно было не всегда таким же популярным, как сейчас. Его популярность менялась со временем. И в разные десятилетия популярность имен была разными. Например, Аделинами начали называть очень часто в 2000 году. А до этого это имя было не так популярно. Соответственно, сейчас я буду прокручивать все эти имена, и вы можете тоже прокрутить и найти свое имя. Здесь они расположены в алфавитном порядке для 150 самых популярных женских имен. Мужские имена будут в отдельном видео. Процент здесь рассчитывается от всех родившихся в данном десятилетии. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь. Для менее популярных имен могу прислать вам по запросу статистику. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки.